Папулька, загадай мне загадку на логику. На логику. Ну, допустим, представь, что ты водитель автобуса. Би-би. Ты водитель автобуса? Да. И у тебя там есть пассажиры в машине. Сколько у тебя пассажиров? Один. Ну, водитель автобуса, езжайте до ближайшей остановки. Приехали. У тебя, значит, на остановке подсаживается еще один пассажир к тебе в машину. И едет машина до следующей остановки. Значит, машина приехала, из машины один пассажир вылазит. И три пассажира в машину залазит. Ну-ка. Так, а теперь вопрос у загадки. Отгадайте, зрители, сколько лет водителю автобуса и почему? Если вы думаете, что 4, то неправильно. Даша, скажи, сколько лет водителю автобуса? Водителю автобуса 7 лет. Почему? Потому что я водитель автобуса. И тебе 7 лет. Умница, молодец. Это правильное решение.